второй день не утихает пожар на полигоне в Днепропетровской области. Его круглосуточно тушат пожарные, военные и работники лесхозов. Почему не удается погасить огонь, расскажет Елена Миндалюк. Поселок Гвардейска журналистов не пускает, поэтому пожарным приходится и видеопрессе сбрасывать, и огонь тушить. Пожар на военном полигоне вспыхнул накануне около 11 утра. Огонь быстро охватил 30 гектаров. Только к вечеру его удалось локализовать. Усю ніч там чергували представники лісового господарства, військові та рятувальники. Зранку роботи продовжилися і наразі у нас є три осередки займання. Загальна площа їх складає 5 гектарів. В тот день военные проводили плановые учения, работала артиллерия и авиация. Все меры безопасности были соблюдены. Людины, говорят армейцы, со спецслужбами даже отработали подобную ситуацию. Там створены специальные котлы, куда влучаются артиллерийские боеприпасы. Однако, зважаючи на то, что был сильный ветер, розкидання уламків відбувалося на достаточно великій площі, тому и виникла така ситуація. Полностью ликвидировать пожар спасатели не могут из-за ветра. Он быстро разносит пламя, хотя по предварительным данным гореть продолжает всего 1,5 гектара леса. На полигоне работают 70 спасателей и 15 машин. Зараз працюють дві бригади, геодезичну зйомку роблять, посчитають площу. В залежності від площі будуть нараховуватися збитки, буде складений протокол. Это уже второй масштабный пожар на полигоне в Гвардейском за последний месяц. В начале июля также во время учений загорелась трава. Тогда было уничтожено около 20 гектаров леса. Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.